Сегодня, 8 апреля, в администрации Чебоксар отметили тех, кто прочувствовал Олимпийские и Паралимпийские игры изнутри. Волонтеры одного из вузов Чувашии сегодня получили благодарственные письма. Волонтерство на Олимпийских и Паралимпийских играх позволило им получить неоценимый опыт, познакомиться с замечательными людьми. Более 100 волонтеров одного из учебных заведений Чувашии внесли свой вклад в олимпийские соревнования. И когда мы видели на экранах наших телевизоров чувашский флаг и знакомые лица, мы так гордились, мы дорадовались. И очень важно понять, что какую лепту вы внесли лично как волонтеры. Эти игры, делятся волонтеры, были самыми зимними. Олимпиада получилась по-настоящему домашней. У нас у каждого свои воспоминания, у нас у каждого множество новых друзей. Поистине игры стали для нас новой семьей. Мы все приобрели новую семью, новую волонтерскую семью, которую, я очень надеюсь, что каждый из нас сохранит. И поистине здесь мы объединились не только как волонтеры Чувашской Республики, мы объединились как волонтеры, как молодежь всей нашей России, да и всего мира.